Доброго времени суток, дорогие коллеги. С вами Кононова Аня и интернет-проект Фаберлик Онлайн. Как сделать ссылочки в письме активными? Да, ну вот, к примеру, я сейчас открыла обычный диск, да, обычный свой документик, копирую и вот сюда вот вставляю, да. То есть у меня ссылочки активные. Но если вы, к примеру, будете там, допустим, копировать какую-то ссылку, да, ну вот давайте скопируем ссылку на стартовую программу, она у вас может получиться неактивная. И тут вот нужно, вот где мигает вот это вот, да, как бы пробельчик, поставить, и она у вас становится активная. Вот, в принципе, и все. Вот, ну что ж, удачи, роста, везения во всем, вдохновения. С вами была Кононова Аня.